У Мирославы и Златы первый раз на ночевке на даче останется их подруга. Мы эвакуируемся из торгового центра. Типа вы это будете на ужин. Ура! Будем жарить маршмеллоу! Давайте одевать пижамы и делать маски. Вызовем там пиковую даму. Это лучшая ночевка просто в мире. Ребят, всем привет! Сейчас мы уезжаем к нам на дачу с ночевкой. У Мирославы и Златы первый раз на ночевке на даче останется их подруга. И сейчас вы увидите, как все пройдет. Поэтому мы выезжаем, и сейчас смотрите все с самого начала. Привет! Привет! Привет, Злат! Что за планы, что делать будете сегодня? Макияж делать, прически. Ну, давайте. А мы чай с Юлей пошли пить. Давай. Давай. Садись. Делаешь это, как это будет? Мазок. Надо, да. Потом берешь, отрякиваешь. Наносишь сюда. Вот так вот. Лоб блестящий, я феечка Винкс. Я буду вся в блестках сегодня. А я сделаю пигмент, типа я загорела. Лера, скажи, что-то скучно стало дома. Мирослав, да. Мирослав, как ты думаешь, да? А, давайте как раз сегодня на дачу. Давайте. Слушайте, давайте на ночевку пойдем. Да, вместе. Да, да, будет круто. А я как с вами поеду-то? На ночевку. На ночевку, да. Тут нужно подумать. Я знаю, надо сделать милые глазки. Как это? Не-не-не-не-не, неправильно. Так. Сначала вниз, как ты? Влад, ну вы правильно делали, не говори, на. Давай, я смотрю на тебя. Влад, знаешь, что я мама, у тебя одна попытка, просто одна. Да, что пришло? А можно нашу подружку Леру принести, ну... Принести в корзиночке. Пригласить на ночевку, на дачу, мы очень все хотим. Лера тоже хочет. Ладно, разрешу вам. А теперь я. Да, давай. Ай, к нам. Лера хочет к нам на ночевку. А я думала, что ты не разрешишь. Это идеально! Это идеально! Все, пойдемте. Что там мама делает? Мама? Да. А можно Лера поедет к нам на дачу? Она очень хочет. Я хочу! Я сразу 100% разрешаю, но надо уговорить маму Леры Юли. Как тут сдержаться? Такой дачи! Нет, я не могу отказать, девчонки. Давайте поедем. Макуинка! Мама, макуинка! Макуинка! Мама! Только не сломайте нам дачу, не сломайте нам дачу! Пожми мне руку! Давай еще раз добить. Сейчас. Ура, едем на дачу. Давайте, давайте. С ночевкой, да? Да. Значит, собирайтесь, берем пижамки, берем, так, еду мы по пути заедем, купим. Тапки, тапки возьму. Ну, короче, собирайтесь, давайте, все. Пойдем, пойдем, пойдем. И косметику, конечно. Косметику. Наша жизнь. Кисточку кладем. Давайте. А мои кисточки что? В идеале. Что еще? Зеркальце. Опа. А у меня все в сумочку мою не влезет. Нам нужно взять пижаму для троих. Пойдемте. Да. Две пижамы. Вот, смотрите. Я черный леопардовый. Я черненькую. Давайте вызовем там пиковую даму. Да. Давай. А что для этого надо? Красная помада? Да. Давайте красную помаду. Нам нужна красная помада. А давай вот такое. А мелкую там нельзя. Там нужно очень много ступенек нарисовать и дверь. Мы нарисуем не 13 ступенек, а 3. Она все равно придет. Вот на моем зеркале. Нам, кажется, не хватает патчи и все такое, знаешь. Да, масочки. Очень на этой неделе. Патчи, масочки, все такое. Давайте. Давайте в заку заедем. Давай, давай. Тогда нам не понадобится. Возьмем только пижамки и все. Я та самая девчонка, что читает книжки, а любви не знает и гуляют с ней мальчишки. Самая девчонка, и не изменюсь. Я маме обещала, что я больше не влюблю. Пойдем. А какие у вас планы? Что будете делать на даче? Расскажите. Ну, если мы заедем в ЗАГО, мы будем делать масочки, сделаем накладные ногти. А давайте еще сделаем пикник.
Да, пиковую. Да. Давайте и ночью вызывать пиковую даму. Продавцы Заки, будем продавать зеркала для девочек, чтобы они могли ими пользоваться, делать макияжи. Тем временем девочки будем вызывать пиковую даму с помощью этих зеркал. Девочки, мы подъезжаем к магазину продуктовому. А я остаюсь в машине, потому что мне нужно смонтировать ролик про то, как прошли съемки для обложки журнала «Собака.ру». Да. Вы, пожалуйста, закупите, просто вы с Федей пойдете с оператором, закупите, пожалуйста, чтобы мы могли сделать ужин на даче. Мама, хорошо? Для себя купим? Ну, для себя ночью. Тоже купите вкусняшки какие-то, но главное, закупите, чтобы мы смогли ужин приготовить. Девчонки, так у меня одна просьба к вам. Пожалуйста, не забудьте. Одна просьба, одна, самое главное. Купите мне кофе с собой. Просто кофе с собой. Если кофе не будет? Оно будет там. Кофе с собой, просто капучино на обычном молоке, ладно? Пожалуйста, не точно не забудьте. Сколько на карте твоей потратить? Ну, сколько вы все закупите, то столько и потратите. А на каком молоке еще раз? На обычном, на коровьем. Коровке. Му-му, запомните. Му! Смотрите. Да, а я все посмотрела. Знаете, почему мне нравится эта обложка? Потому что на ней не только мама, а еще мой конь Агат. Там много Агат. Там вот Вивиан, вот Мамий. Мамий. Вот этот барах укусил маму. Во, например, самое важное. А вот это вот мое интервью. Покупайте журнал и читайте. Да. Спасибо. Побыстрее. А кто тележку будет вести? Вот, Орео, смотри. Девочки, давайте кукурузные палочки возьмем. Давай возьмем вот с сыром. Нет, они невкусные, я ела. А вот эти вкусные, да, реально. Так, две штуки возьмем. Давайте побольше таких батончиков возьмем. Каждую по одному. Девочки, давайте возьмем. Это в рот, знаете. Я колу возьму. А мне вот такие нравятся. Они очень вкусные. Я с клубникой возьму. Я не буду брать, честно говоря, меню. Давайте вот это возьмем. Нет, вы вдвоем не съедите. Девочки, я нашла шампура для маршмеллоу. Это обязательно понадобится. Давайте возьмем с шоколадом одни. Одни обычные какие-нибудь. Давайте разноцветные. Этого хватит, я думаю. А давайте еще в машину что-нибудь возьмем. Вот это самый раз. Да, нормально. Так. Пока мама не видит, я кофе попью. А вы с собой сделаете, да? Да. Здравствуйте. А, да. Чуть-чуть, да, пьешь кофе? Ой, а там кофе мало осталось. Да ничего страшного, мама не заметит. Мама! Мама, кофе никто не пил. Ты пила, да? Чуть-чуть. Вроде не сильно. Ну ладно, все, спасибо, что купили. Там просто. Няма! Мама, мы заедем в магазинчик? А что-то купить хотите конкретно? Да. Что? Мы хотели масочки, патчи, еще что-нибудь, то, что увлажняет кожу, крема всякие, ноготочки накладные. А для чего вам все это на дачу, скажите мне? Ну, а чтобы у нас был вечерний рутюр, мы могли как девочки... Вечерний что? Рутюр. А что это такое? Ну, это когда, короче, такая атмосферка, когда мы с девочками, как подружки, такой вечерняя атмосфера такая. А, ну, я, кажется, понимаю, да, что вы такие в пижамках, да. В патчах, там что-то такое делаете, бьете. Я поняла, о чем ты говоришь. Злата, а ты что скажешь? Я бы хотела провести вечером с этим кремом эстетичный вечер. Эстетичный вечер, точно. Я поняла. Да, а мы не взяли вот эту вот. У меня же челка, у нас с Лерой челка, и нам это сложно. Да. У нас челка все время, если клем или патч, лезет в глаза и прилипает. А нам нужно вот эти вот, знаешь, типа повязочки для волосы. Для макияжа повязочки. Хотя у нас они есть, но просто мы их не взяли. Ладно, сейчас решим тогда. По пути заедем.
едем скорей. Крем берем, крем. А, да, с авокадиком. Авокадо я уже взяла. Вот это, знаешь, вот это все в эстетике. Вот этот, смотрите. Побежал за картинкой. Смотри, каждому для глаз. Смотри, берем вот это тоже будет эстетично. Нам нужно еще для губ, Злат, нам для губ надо. Давайте для губ две возьмем вот такие. Не, ну... Что, вы заканчиваете? Нет. Нет. Такая у меня есть, мне нравится. Выбирайте, выбирайте. Давайте одинаковую возьмем. Давайте похожие. Не, лучше разные. Да, лучше, да. Ну, чтобы... Давайте синенькую. Вот это с ушками очень милое. Нет, сушками. Есть вот такие. Все, все, смотрели, давайте. Давайте, давайте. Ребят, как видите, девчонки накупили себе столько всего. Пока я тут отвернулась, я сейчас сама не поняла, как это произошло. В общем, но хочется с вами поделиться тоже такой красотой, как-то вас тоже обрадовать. Поэтому давайте, девчонки, выберем подарок для зрителя. Какую повязочку? Ну, давайте с Утю. Утю, все, супер. Да. Утю вам. Дальше идем. То, что понравилось мне больше всего. Это мой термос. А и одна капибара, угрожает другой. А сзади что, смотрите? Ага. Ага. В общем, вам достается этот термос. И давайте придумаем, что еще. Ланчбокс. Какой давайте выберем? Грустная, но вкусная. Это когда у вас плохое настроение, вы хотите себя чем-то вкусненьким порадовать. Только давайте возьмем термос с упаковкой. Вот именно, видите, в упаковке, чтобы. Потому что вот. Вдруг победитель будет из другого города. Чтобы получить вот этот клевый подарок, это будет один человек. Да, один человек. Нужно будет подписаться, написать комментарий. На рандоме мы выберем. И а нужно лайкнуть видео. Да. Ну, в общем, все как обычно. Просто лайк, комментарий и подписка. Все. База. Как говорит Злата, это база. Это база. Это база. Так, Утю. Повязочка с ушками, повязочка с другими ушками, ну и бьюти-штучки всякие. А патчи взяли? Да, конечно. Покажите патчи. Это для губ, это патчи. Это под глаза, да? Это. Отлично. И ногти. И ногти, супер. Одинаковые. Супер. Ну, слушайте, вы ничего лишнего не взяли, на самом деле, я считаю. Пойдем тогда к одиноке. Да, давай. Все вместе к оплате получается 5424 рубля. Я смотрела вас из Германии, из Берлина. О, да ладно, давайте обнимемся. Чтобы вам удачного дня. Да, спасибо, спасибо. Все, спасибо. Спасибо. Серьезно? А что такое эвакуация? А, что наши нужно всем покинуть, издания. Всем издания нужно уйти. Мы эвакуируемся из торгового центра. Мы уже приближаемся к нашей даче, но мы все проголодались, поэтому заедем в ресторан по пути. Сейчас быстренько перекусим там немножко и поедем. В общем, как раз сейчас уже вечереет и близится время ночевки. Очень классная погода, чувствуете, да? Когда уже мы на дачу поедем? Сейчас мы перекусим и поедем. Но поужинаем уже на даче. Здесь а у нас по полобеда. Мы взяли, чтобы жарить. Да? Ой, супер. Здравствуйте. Привет, привет, Максим. Давайте посмотрим. Я буду с картошкой. А ты, Мирослава, что будешь? Я буду полезную еду. Пельмени. А Злата что будет? Куриные, куриные наггетсы с картошкой. Ой, как я. Как ну я, ладно, заказывайте. А куриный супчик, может, кто-то будет, да? А Злат, Мирось, может, будете куриный да, суп? Куриный ну, давайте заказ. Лер, ты бы тоже суп поела. А то вам нужно будет много энергии. Будем наслаждаться красивым зеленым морем. А давай попробуем не двигаться вот так на этом расстоянии, вот так вот, на этом все рядышком. Можно с тобой сфоткаться? Да. Ребята, я заказала себе карпаччо, но мне не нравится, что он на... На тонком тесте. В общем, я буду так его соскабливать. Мне кажется, это очень вкусно. Будет. Ну все, ребят, мы перекусили, можно так сказать. И
Все, выезжаем на дачу, все готовы? Да, все, да. Помчали. Да. Нам вообще не терпится. Полакомиться вкусняшками. Ну что, мы подъезжаем к нашей даче. У нас там активно идет стройка основного дома. Он очень большой, его площадь 2800 квадратных метров. Там два бассейна, один внутри, другой снаружи. Также у нас там строится гостевой дом, но есть чайный домик, который уже готов. И именно там будут ночевать девчонки. У нас очень красиво, все с видом на Финский залив. Поэтому сейчас мы приедем, и я думаю, Мирослава, Злата сделают вам обзор. Выходим. Выходим, все, закрываем. Все. А пакеты с едой, то, что вы взяли для ужина? Так, у вас ужин и еще всякие эстетичные штучки. Да. Да. Мы приехали к нам на дачу. Да. У нас тут вовсю идет стройка. И мы сейчас вам покажем и расскажем, что у нас тут вообще такое. Все вам приоткроем, все секретики. Мирослава, Злата, может быть, сами что-то Лере расскажут. Но в основном, конечно, мне кажется, в основном буду рассказывать я. Или да, я помню, сказать? В прошлый раз, когда мы были у нас на даче, папа рассказывал кое-что про кирпичи. Я сама расскажу. Ты про кирпичи тогда расскажу. Расскажешь. Все, да. Окей. А я сейчас расскажу, что здесь вот здание у нас охраны. Также здесь будет зона переодевалки для теннисного корта вот в этом здании. Здесь вот у нас генераторная, вот здесь вот сам теннисный корт находится. И давайте уже переместимся к основному дому и посмотрим, как идет стройка основного дома и гостевого дома. Как видите, теннисный корт с другой стороны. Так, рассказывай дальше, Мирослава. Здесь красивые яблоньки. Яблоньки, видите, новенькие, я высажены. Да. И вон там яблоко. Яблоко уже есть, серьезно, смотри, покажите. Смотри, покажи. Серьезно? Да. Что, реально? Смотрите, это у нас основной дом. Залили перекрытие. Сейчас будут вязать колонны второго этажа. И сейчас мы с вами подойдем, посмотрим, как выглядит бассейн внутри дома и бассейн снаружи. Они уже тоже готовы. Да, бассейн внутри, снаружи. Так скоро здесь будут классные тусовки. Ребят, а это мы идем на разведку в гостевой дом. И Мирослава вам расскажет там, что она про него знает, потому что она кое-что знает про него. Да, я кое-что знаю про гостевой дом. Вот у нас гостевой дом. Вот это вот, получается, зона спален, гостиная будет. И, соответственно, проходим, торопимся, потому что здесь очень много, всего за раз не обойти. Здесь у нас, ну, можно заглянуть, здесь будет комната для персонала. Вот. И Мирослава хотела кое-что рассказать про кирпич. Давай, Мирослава. Когда жарят кирпичи вот эти, ну, пекут, не знаю, как называется, сначала их лепят, засовывают туда опилки. И когда их кладут в печь, эти опилки выгорают. И там много всяких дырочек и все пустот, такое. Да? Да. Так, ребят, ну что, это основной дом. Здесь у нас будет холл, гостиная. Но сейчас сюда не зайти, потому что здесь стойки, опалубки. Но мы вот так вот видим, что здесь огромное пространство. Здесь будут потолки 9 метров. В общем, и мы уже приблизились к бассейну, который будет находиться внутри дома. Вот бассейн. Вы видите, уже четко видишь, Лер, бассейн? Вот между вот этих двух бетонных столбов находится лифтовая шахта. Тут лифт будет? Да, будет лифт. Класс. Да, очень классно. И пойдемте посмотрим на бассейн, который будет на улице. Он будет подогреваемый, и плавать в нем можно будет всесезонно. Мама, смотри, там сердечко нарисовано. Когда ролето всплывается, бассейн автоматически закрывается. Видимо, я так поняла. Когда сезон осени, листья могут улететь, они же опадают. В общем, короче, бассейн закрывается каким-то суперсовременным способом. Здесь гараж на 6 машин. И еще тут есть кинотеатр домашний. Вот где-то там. Так, ну что, пойдемте в чайный домик и будем там тусоваться. Так, ну что, давайте смотреть. Это наш чайный домик, где Мирослава, Злата и Лера будут ночевать. Сегодня тусоваться, отдыхать, устраивать вечеринку. Да. И здесь, посмотрите, такой просто шикарный вид. Атмосфера на прям уютная. Финский залив. Нравится? Да. Было бы круто, если бы здесь в красивых стаканах стояли, например, два мохито, и ты, например, с ЛП сидишь, играешь, например, в «Правда или действие». Я сама хочу быть этой ЛП уже. Можно я буду вашей ЛП? Да. Не нужна вам никакая ЛП, у вас есть я. Наверное, я вас оставляю ненадолго, похожу по стройке с Максимом, а вы тогда тут, в общем, за главных. Ну, как одни, у вас есть прикрепленное лицо, которое с вами тут тусуется. Нянь, да, нянь. Поэтому в любом случае, как бы вы
под присмотром. Ну, под таким, да, я не знаю, сколько строгий у нас нянь. 50 на 50. 50 на 50. Да, мы его патчи сделаем, все кремом сделаем, он даже ничего не скажет. А потом такой: Вика, к сожалению, это были последние съемки, я увольняюсь. Ну, в общем, все, я пошла, давайте, девчонки. Классные вам тусовочки. Давайте, у вас сейчас свободное время, где-то часик. И через часик я приду, приготовим с вами ужин и уже вместе с вами потусуемся, хорошо? Сейчас быстренько, девчонки, что вы купили? Потому что мне нужно разобраться, что на ужин мы будем. Вот, смотри. Вы распределили, типа, это... Это платье. Подождите. И это мне. Я все понимаю. Ну а что мы будем на ужин? Какой-то основной? Паста, овощи? Вот, я просила овощи же купить. Вот и вот. Я же просила вас овощи купить, девочки. Мам, просила нормальную еду купить. Ты же не говори, ты сказала только кофе тебе и купить все, что дам на свой вкус. А мы для себя купим? Ну, для себя тоже купите вкусняшки какие-то, но главное, закупите, чтобы мы смогли ужин приготовить. Вот мы и выбрали на нет, свой вкус. Подождите, я говорила, кофе мне на свой вкус и что-то основное, ну, для обычной еды, овощи какие-то. Может, вы хотели там, да хоть сосиски, что угодно, что вы хотели. Вот кукурузные палочки из кукурузы тоже. Типа вы это будете на ужин? Да. Если что, держи, не расстраивайся. Актимель всегда поможет утром. Бесплатная реклама. Мам, а можно, пожалуйста, попросить сделать костер, чтобы пожарить маршмеллоу? Пожарить маршмеллоу? Да, мы даже палочки купили. Даже шоколадные есть. Ой, да, сейчас попрошу. Ура, будем жарить маршмеллоу! Ура! Девочки, костер развели для маршмеллоу. Берите маршмеллоу, берите все, что вы купили. Не торопитесь, спокойно, спокойно. А если взбитыми сливками на маршмеллоу, вкусно будет? Ну, наверное, вкусно. Давайте, раз уж у вас такой выходной день, но жарить взбитые сливки мы не будем, окей? После того, как маршмеллоу пожарите, на нее потом взбитые сливочки. Я бы сама попробовала. Ура, паркурчик! Паркур. Я хочу шоколадный чай. Мне интересно, я тоже шоколадный хочу. Смотрите, какие у нас милые получились палочки. У меня самая маленькая, кстати. Ну что, готовы, да? Очень давайте много. Попытаемся. Крутим, крутим. Вертим, вертим. Да. О, у тебя поджарилось прям. У меня? Ой, да. Слишком сильно. Оказывается, знаете, не надо вот так вот. Я ошибку совершила. А я их сразу спалила. Так что я их снимаю. Вот, видишь, Лер, ты тоже сейчас так делаешь ошибку. Нужно вот как Злата, сдалека-сдалека. Как бы, чтобы они подрумянились и чуть хрустела корочка. У меня вообще ни одной корочки еще нет. Все, я поняла схему. Вот так вот держим. Вот так вот. У меня прям вообще мягкие. Не должны быть мягкие, они должны быть с такой корочкой приятной. Видите, это целая наука. Да, такая должна быть сахарная мам, корочка. Мам, зацени, как я жарю все это. Молодец. Ой, это я пережарила эту. Блин, а корочка... это прям шоколад растаял, офигеть. Боже, это самое вкусное. Мам, можно тебя? Делай сама. Учись, жмирось. Мам, вот так? Уже опыт-то есть. Вот, ну сейчас румяшки еще нет, тут как румяшка появится. О, у меня розовая почему-то. Это и есть хорошо. Я эксперт, могу продавать курс по тому, как жарить маршмеллоу. Мама, не хвастай. Мам, как? У тебя получилось. Злат, у тебя идеальная, у тебя идеальная. У Мирос идеально, у всех получилось. Вот видите, я никому не помогла. И в итоге каждый сам сделал как нужно. Видите? Это идеал. Идеал, да, Мирось? Ну, шикарно. Мы хотели взбитые сливки туда. Можно я сделаю? Господи, такого углеводного. Фух, все, девочки, приятно. Это круче любого пирожного.
же, эстетика. Вымываем салфеточки и протираем кожу. Нужно смыть макияж. Ну, и зеркало поэтому и понадобится. Конечно. Это мини-копийцы самки, пожалуйста. Приветствуем. Хлопаем, аплодисменты. Автограф. Всем здравствуйте. Автограф. Нет. Ой, нельзя. Мяу. Красивенько. Вот так? О, вот, кстати, пилочка. Сами ноготочки. Ой, у меня вывалились ноготочки немножечко. Смотри. Лер, видишь вот эти вот штуки? Ищи свой большой палец, самую большую штуку, отклеивай пленочку. Пленочка здесь наверху. Это, вот эти прозрачные. Берешь большой палец, нужно пилочкой подпилить. Все. Это лучшая ночевка в мире. Мы очень круто проводим время, мы даже ногти наклеили. Но чего-то не хватает, да? Просто прям. Ну ладно. О, можно призвать фриковую даму. А что нам для этого понадобится? Зеркало и помада. Ребят, я услышала только что, что девочки хотят призвать пиковую даму, а у меня в машине, а в багажнике лежит, короче, костюм зонта. Он такой немножко разлетающийся, похож на костюм привидения. В общем, так вы понимаете, это зонт. Это костюм зонта от Rolls-Royce. Кто помнит, тот помнит. В общем, мы его шили специально для моих видео. Я сейчас попрошу Яну его надеть, и когда дети будут вызывать пиковую даму, типа откуда-нибудь выглянуть, надеюсь. Надеюсь, все пройдет нормально, и они не сильно испугаются, особенно Златочка не сильно испугается. Я не буду вызывать, давайте сначала скажем, а потом уже нарисуем. Значит, пиковая дама, мы тебя... Девочки, там кто? Забудьте поучаствовать в конкурсе. Напишите комментарий, поставьте лайк и подпишитесь. Ну а мы будем спать. Паки-паки! Паки! Паки.